Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня у нас будет история, как Нубик попал в альтернативную реальность и стал беконом. Ребят, перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ну а мы давайте начинать. О, классные сарики я себе тут нашел. И что-то празднуют Нубики. Я вот хотел у них спросить, куда побежали? Подождите меня! Подождите! Я хочу узнать, что вы празднуете-то? Здорово! А что вы празднуете? Я не понимаю просто, везде сарики натыканы и все такое. А ты что? Ты как это? Мы победили год назад беконов и отбросили их. Мы празднуем победу в этой войне против беконов. Ты что, парень? Ты должен это знать. А, ну все, теперь я это знаю. Теперь я знаю, что мы победили беконов. А кто мы? Ты что, дурачок, что ли? Вообще-то мы, ну, Нубики, победили беконов. Что-то ты странный какой-то. Ты дурачковатый, что ли? Нет, какой дурачковатый? Ничего не дурачковатый. Все, не обзывайся. Я просто не знал, спросил и все. Ладно, еще обзывается, блин. Надо, может быть, конфетки купить где-нибудь. Конфетки покусать. О, нифига себе, вот какая-то еще... Лавка новая появилась, да? Тут у нас типа один... Это один год, да? Ну ладно. Может быть это... Ой, какие страшные у тебя питомцы-то. Вот это крутой чувак, смотрите на него. Офигеть, вот это да. Ну ладно, я не буду к нему подходить, потому что он мне может сейчас как наковыляет мне. Интересно, а что еще новенького добавили? Ой, это что такое? Смотрите, портал какой-то странный. А что это за портал? Что-то там, я вижу, в портале что-то происходит. А, ну я слишком слабый, да, я туда не смогу залезть, пройти. А может быть смогу? Не смогу. Я слишком слабый, чтобы туда проходить. Интересно. Давай, я хочу узнать, а что это за портал-то такой? Может быть, там какие-нибудь эти новые, я не знаю, магазин какой-нибудь или что-нибудь. Я понял, это в честь сделали того, что мы победили в войне против беконов и в итоге построили этот портал, наверное, да? Ну, сейчас надо спросить вон того здоровяка, что он стоит на месте, не хочет ничего делать. Ну, потому что здоровый, прокатился. Слушай! Сейчас я залезу на камень. Слушай! А этот, что там за портал он там стоит? Что это такое? Какой портал? Там нет ничего. В смысле нет? Ты что, меня за дурака держишь? Вон там стоит портал. Вот. Что-то он обиделся на меня и убежал. В смысле он сказал, что нет портала? Как это нет портала? Надо кого-нибудь еще найти. Они все убегают, что-то прокачиваются походу. А я что делать буду? О, вон, вот у этого надо страшненького спросить. Чё, черненький? Ага, спроси, он куда-то исчез. А у кого тогда спросить-то? Меня все кинули. Они, походу, праздновать пошли куда-то, а меня не взяли с собой. Ну ладно, зато я с сариками, и это прикольно. О, привет, здорово! Слушай, Соня, а ты в курсе, что там за портал он там стоит? Какой портал? Нет там никаких порталов, ты что, дурачок что ли? Да меня уже второй раз дурачком называют, нет. Вон там стоит портал. Видишь его или нет? Какой портал? Там нет никаких порталов. Да вы что, издеваетесь? Слушай, ой, ты что ли снова? Ты видишь, нет, вон там портал стоит. Да, он просто от меня убежал. Чё, серьезно, никто не видит этот портал, что ли? Ну ладно, раз никто не видит. Так, значит, мне надо 40 тысяч силы, чтобы туда попасть, да? Интересно, это что такое? Это типа вызов, да, мне делает этот мир? Этот портал, ну ничего, сейчас я вот так вот на этих беконах-то раскачаюсь, вот так вот, у меня еще щит, барьер есть, мой, нубский, вот так вот, сарики больше стали, прикольно, нет, я не смогу все равно пройти, ты видишь этот портал, нет? Вот, ты же видишь этот портал, куда ты пошел? Какой портал? Тут нет портала, тут просто стоит, белый круг, и нет никаких порталов. В смысле? Это что, просто картинка, что ли? Вообще-то да, это просто картинка. И куда-то убежал на арену. В смысле, это не портал, что ли? Это просто картинка. Ну, все равно 40 тысяч сил надо для чего-то. Я все равно попробую сейчас сделать 40 тысяч силы. Но это очень долго, мне кажется, будет. На тебе, вот так вот. Ой, ты что, крутой? Ну, ладно, он, наверное, крутой, да, он прыгнул около меня. Так, я хочу прокачать себе энергии, силы, чтобы стать сильнее. Вот так вот. Да, увеличиваю. Всё, вот так. И теперь я готов сразиться с
сильнейшими беконами. Давайте, подходите ко мне, бекончики. Я вас сейчас всех прикончу. Пэм-пэм, вот так, пэм-пэм. Всё, лизать. Кстати, у меня есть крутые питомцы, которые дают мне прибавку к прокачке. Я сейчас их точно экипирую, я забыл про них. Вот они, мои питомцы. Они самые крутые, которые есть вообще в игре. И я самый мощный сейчас на самом деле. Да, сейчас я пойду вон туда к самым сильным. И я вам покажу, что это такое, палка какая-то торчит. А, это у питомца, думаю, что у меня в экран какая-то палка торчит. Сейчас вот этого убью, так, на тебе, оу, ее. 20 тысяч силы сразу получил, и я стал таким гигантским, на тебе, вот так вот. Все, я накачал себе силенку, да, значит, и теперь готов пройти вон туда. Потому что, ну, я самый, можно сказать... ну, как это сказать-то? Я типа гений, я быстро прокатываюсь. Кто-то вот прокатывает 50 тысяч силы себе неделями, а я просто убил нескольких и все. Я настоящий гений. Эй, здоровяк, здорово! Что делаешь? Видишь, там портал стоит? Ой, ну ты дурачок! Это ты что, дурачок, со своим порталом здесь бегаешь? Да стали меня дурачком называть, чего вы все пристали ко мне? Вот это, это портал, смотрите, я сейчас пропаду. Я сейчас пропаду, в этот портал зайду. Вот, смотрите. Ну и пошел я вот сюда сейчас. Зайду вот так вот. Ой, что происходит? Что за темнота непонятная? А я не понимаю, где я вообще? Ай, голова трещит. Ой, что это было? Он исчез в этой картине? Картина? Это какая-то магия. Надо написать нашим ведьмам. Что-то это очень подозрительно. Это просто была картинка. А он взял и исчез туда. Что это такое? Нужно узнать, что это за картинка-то такая. Я, например, туда ни ногой. Я не пойду туда. Ой, а интересно, куда он пропал-то в итоге? Надо узнать это. Ой, чего? Что? Где я? Подождите-ка, я стал беконом? Не, не может этого быть. Подождите, я сплю. Я, похоже, сплю, да. Я, наверное, сплю. Беконов-то мы победили. Ой, страшно. Страшно, что происходит-то? Почему я бекон? Что это такое? Простите, пожалуйста, но я, походу, что-то плохое сделал. Это портал, это настоящий портал. Я хочу обратно. Я хочу обратно туда пройти. Пожалуйста, можно мне пройти туда обратно? Ты, куда ты пошел? Я хочу зайти в портал. Я тебе сейчас так зайду в портал. Мы сначала наберем армию, а потом нападем на этих нубасов. Ладно, хорошо, я понял. Чего? Чего, подождите-ка. Я реально в мире беконов. Они готовят армию, чтобы напасть на нас. И я стал одним из них? Что? Что? Как это вообще можно объяснить? Я только что был там, а теперь я здесь. Подождите-ка, может быть, я найду своих друзей здесь? Хотя здесь все беконы. Подождите-ка. Сейчас я поговорю с ним. Это какая-то ошибка. Я здесь вообще по ошибке. Я нубик. Ну здесь вообще-то все нубики. Если ты не понял, то беконы это и есть нубики. Что? Как это возможно? Как это? Я же нубик. Я не бекон. Ну как? Ты что? Ты дурачок что ли? Ты что, ничего не понимаешь? Я тебе только что сказал. В этом мире нубики и есть беконы. То есть, если ты вернешься обратно, ты будешь таким же беконом. Если ты хочешь вернуться обратно в виде нубика, то тебе нужно победить самого себя в этом мире. Как это? Самого себя? Подождите, что? Подожди-ка, как это самого себя? Я должен драться с самим собой? А как мне это сделать? Черт, что вообще происходит? Ай, капец какой-то, я не понимаю. Что это такое вообще? Не представляю, как я сейчас буду что-то здесь делать. А, подождите-ка. Это же наш город. Это же наша точка. Это наша база. База нубиков. Но она сломана какая-то, ломаная здесь.
а что? Вот здесь статуи наши. А я могу на них, запрыгивать даже. Ничего себе! Ай-ай-ай-ай, упал. Подождите, а почему здесь так все происходит? Вот на этой базе тут был мегабекон. Мы его победили год назад. Мы с ним дрались. А что дальше? Подождите, подождите, я не понимаю, что вообще происходит и что мне нужно сделать. Вон, это, там Колизей, там у нас проходятся бои, и выясняют отношения нубики самые сильные. Так, а вот сюда, если я пройду. Так, главное не упасть вон туда, в неизвестность. Так, где я вообще это? Ага. 2,5 миллиона силы надо, чтобы пройти туда? А я могу? Я не могу туда пройти вообще. У меня слишком мало силы. У меня всего лишь 49 тысяч. Ладно, я тогда понял. Мне надо сейчас накопить 2,5 миллиона силы, чтобы попасть туда. А с кем мне драться? Я не вижу тех, с кем можно драться. А что мне делать? Блин, почему я один здесь? Почему беконы на самом деле нубики? Вообще странности какие-то. А вон туда куда-то запрыгнуть могу, что ли? Или не могу? Как мне теперь прокачиваться-то? У меня нету силы. Черт, что делать? Может быть, вон там? Надо спросить. Смотрите, постоянно появляются новые и новые беконы. Неужели они все нубики? И они все хотят вернуться обратно? Зачем я сюда зашел? Почему мне не сказали, что это настоящий портал? Вообще без понятия, как такое могло произойти? С кем мне драться, чтобы увеличить свою мощь, свою силу? Как мне попа... О, вон там, смотрите, я вижу что-то... Вон туда можно прыгнуть? О, вот, какие-то... А, нет, я туда не прыгну. Вот, он прошел туда, у него есть 2,5 миллиона. А у меня-то нет этих 2,5 миллионов-то. Эй, помогите, пожалуйста, подскажите, как здесь качаться? Ой, ничего себе! Вот это он быстрый! Как мне стать... сильнее в этом мире, я не понимаю, почему вы все молчите, не отвечаете мне? А, ну, слушай, ты ну что, дурачок что ли? Нужно прокачиваться. Да хватит меня дурачком называть, я знаю, что надо прокачиваться, а как это сделать, если нету здесь беконов, на которых можно качаться? Как вообще это сделать? Да, похоже, мне надо будет, я не знаю, что мне делать, я здесь застрял, похоже, на вечность. А может быть, не на вечность, я не знаю. Я не знаю, может быть, попробовать мне вот сюда, вот в этот портал зайти. А, вот сюда сейчас попробую зайти, вот может быть, я смогу сюда протиснуться как-то. Ну-ка, сейчас попробуем, вот так вот. Оп! А, черт, что происходит? А, темно, ничего не вижу. Ай, блин, какая же жесть. Где я? А, я в космосе. Подождите, что вообще здесь происходит? Почему я зашел в этот портал? Я оказался в космосе. Как такое возможно вообще? В космос мы прилетаем на ракете. И здесь все беконы. И мне драться надо с беконами? Подожди-ка. На, получай. Получай. Получай, я сказал. На тебе. О, да, я стал сильнее. Я реально стал сильнее. Намного сильнее. На, получай. Получай, сказал. У меня барьер. Вот так вот. И ты тоже получай. И ты. Отлично! А как мне обратно вернуться теперь? Как мне реально теперь вернуться обратно-то? А, я не знаю. Может быть, вот сюда попробовать пройти? Ну-ка, что сейчас будет? Ну-ка. Ай! Ай! Черт! Что происходит? Почему снова темнота какая-то? Ой, что? Где я? Что? Я на острове пиратов? Как это? Как? Что? Почему? В этом мире все наоборот. Я в космосе зашел в портал и попал сюда. Подожди, подожди, подожди. Пиратишка, вот так вот лежать. Ого! А как мне теперь вернуться-то вон в тот мир? Подожди, я сейчас смогу здесь прокачать себе 2 миллиона силы. Да, 2,5 даже миллиона. А может быть даже и больше. Вот так, получай, получайте, сказал. Вот, вот так вот. Отлично. А как мне потом вернуться-то обратно? Я не знаю. Пираты, кстати, да, крутые. Пираты, получайте! Они, кстати, ничем не отличаются от наших пиратов, которые есть в нашем мире. Интересненько. Как мне вернуться обратно? Я вообще без понятия. Вот так вот. У меня очень много всего уже.
и мне нужно что-то делать, как-то решать этот вопрос и попробовать вернуться обратно. Интересно, а если я попробую уплыть на корабле? Ну-ка, сейчас попробую встать на корабль и уплыть отсюда. Может быть, получится. Может быть, я вообще вернусь и стану настоящим нубиком, как раньше? Ну, не знаю. Попробуем. Ой, темнота какая-то. Снова темнота. Ну, вот опять я телепортируюсь куда-то. Где я? О! Я появился здесь! Вот этот! А где мои питомцы? Я не понял. Мои питомцы пропали. Я теперь 100% смогу туда пройти. Ну-ка, я хочу это сделать. 2,5 миллиона... О, вон беконы стоят тоже. Они бегают, что-то делают, дерутся друг с другом. Эй, ребята, привет! Эй, я стал таким же сильным, как и вы, теперь могу туда пройти. Вот так прыжок, пам! Я прошел. Я сделал это! 5 миллионов! Да вы издеваетесь! 5 миллионов, чтобы пройти! Ну ладно, теперь я хотя бы могу прокачиваться тут! Вот так, получай! Получай! А почему вы такие слабые? Слабаки! Почему? Они слабые и мне дают очень мало. Где мои питомцы? Я не понимаю. Вот! О, питомцы появились! Ничего себе! Что-то странное вообще здесь происходит. И вот этих я теперь убиваю с 2 ударов. Отлично! Но дают мне здесь не так много. Так, а следующее что? 10 миллионов, чтобы пройти дальше. Вот это, конечно, мир! Очень дорого стоит проход. О, вон нуб какой-то. Я убиваю своих сородичей нубов. Ну, это мир наоборот. Это мир наоборот, и мне нужно это делать. На, получай, вот так вот. У меня 97 миллионов силы. Да ладно, вот это жесть просто, сколько у меня миллионов сил-то. Я стал настолько сильный, что мне кажется, я любого сейчас смогу одолеть. Эй, ты, будешь драться что ли, Дошик, давай драться. Ну ладно, не буду я с ним драться. Я хочу посмотреть, а что, в нашем мире, на этой горе находится маленький бекон с лазером, с которым мы деремся. А вот здесь, воды нет. Корабль в воздухе, елка в воздухе, еще одна елка в воздухе. Обалдеть, вот это мир. Мир наоборот. Так, и вот, это гора теперь какого-то большого нуба. Ну ладно, я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть, что это. Ну-ка, ой, я где-то оказался. Что это такое? Это база всех боссов? Беконов? Самый первый босс, император. Нет, вот самый первый, это же мега-бекон. Потом вот этот идет. Потом вот, вот император. А это бензопильщик. Мы с ним тоже дрались. Это снеговик. Это череп. Мы все их побеждали. Это Санта. И это пират. Обалдеть. Это зал. И они как трофеи здесь стоят. Или они создают здесь этих боссов снова, чтобы напасть на нашу вселенную. Что вообще происходит? И это как похоже на какой-то сон. Ладно, хочу пройти дальше, посмотреть. Что же будет дальше? О, что? Что? Это я? Это я! Иди сюда! Будем с тобой сейчас драться! Ха-ха-ха! Ну покажи мне всю свою мощь! Это я? Это не мой голос! А, нет! Нет! Ой, что происходит? Ой! А он... А я сильный! А, это я, да! Я вот такой сильный! Давай! Ай! Больно! Попал по мне! На тебе! О, хорошо, что у меня есть барьер! Как же он больно бьет! Ну, то есть я! Я сам себя бью! Хватит! Обалдеть, я не думал, что я такой сильный на самом-то деле! На, получай! Уходим! Уходим! Нет! Бомба взрывает еще! На тебе! Вот так! Я буду тебя потихоньку бить! Ну, себя! Я, кстати, не чувствую ни боли, ничего! Ничего себе! Ай! Ай-яй-яй, хватит, все, давай, беги сюда, на тебе, вот, уходим, надо в бок, я понял всю стратегию сражения с собой. Ай, у меня, кстати, еще есть другие способности, интересно, у меня вот этого клона есть эти способности, у меня есть бензопила, например, сейчас как бензопилу достанет и будет меня бензопилой бить,
Ай, бомбочка. Ну, бомбочка и удар по земле не такие опасные, как я думал. Ой. У меня, кстати, все жизни полные. И я понял, как драться с собой. Неужели я такой слабый на самом-то деле? Ну да, оказывается, я не такой сильный, похоже. Ай, хватит, все, не трогайте меня, пожалуйста. Я тебе сейчас покажу, на! 6000 жизней осталось. Это не так-то много. Это парочка ударов, даже может быть один. А, нет, еще один удар остался. Ну ты мне хоть урон-то нанесешь. Даже как-то обидно. Получай. Ай, ой, ну нанес урон, да, я сам напросился. На, держи, вот так вот. Я победил тебя. Нет, пора катапультироваться и уходить. Я нажимаю кнопку. Нет, что? Что это такое? Куда убежать? Он хочет все сломать. Смотрите, тут сломано все. Черт, уходим. Убегаем. Так, куда? Ой. Лава внизу. Уходим. Быстрее. Сколько можно? Так, подожди, а я могу прыгнуть? А, как же? Я прыгаю. Фуф. Я думал, я сейчас провалюсь. Уходим. Неужели я смогу вернуться теперь и стать настоящим нубиком, как раньше? Ой, я сел в лифт. Уходим. Корабль. Улетаем отсюда. Наконец-то. Ой, вот это да. О, что это такое? Где я? Я где-то в космосе. Что происходит? Ты кто? Хи-хи-хи. Попробуй победи меня. Что? Это что это такое? Пожалуйста, скажите мне, что это сон. Это похоже реально на сон. Ай, как мне тебя победить-то? Ну я вот стреляю по нему. Ой, что это такое? Что это за лазерная установка у тебя? Нет, не трогай, пожалуйста. Ай, больно. Нет, он в меня попал. Не попадай, пожалуйста. Я хочу домой обратно, я нубик. А ты бекончик. На тебе по головешке. Получай, пожалуйста, не трогай меня, я хочу жить! О, он меня не задел, сейчас будет больно, снова эти лазерные атаки его, нет, мне нельзя проигрывать тебе, получай, на тебе, я победил его, Он возвращается куда-то обратно на землю? Он взорвал землю! Ай, где я? Черт, что происходит? Не бекон. Что произошло вообще? Я вернулся обратно! Ура! Я вернулся! Я теперь нубик, как и раньше! Ой, привет, братишка! Я вернулся! Так, надо что-то сделать с этим порталом, чтобы сюда никто не заходил. Это очень опасная территория. Мне нужно рассказать всем, чтобы они его сломали. Потому что, интересно, возможно вообще его сломать или нет. А что если я зайду вот с этой стороны? Интересно. А вдруг я буду уже не беконом, а кем-нибудь другим? Ха, интересненько. Может быть получится? Ну-ка, я хочу попробовать. Интересно, что будет, если я туда пройду? Ну-ка. Ой, где я? Где я появился? Чего? Я в горах? Санта-Клаус меня ждет? Я понял. Прикольно. Ребят, всем большущее спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история и вы хотите увидеть еще истории в Мега Нуб Симулятор, то обязательно напишите об этом в комментарии. Ребят, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.